Повышение уровня интернет-безопасности обычных пользователей, а также цифровых возможностей и сервисов. Активное и повсеместное использование цифровых технологий превращает вопрос безопасности в интернете в один из наиболее актуальных. Специальные программы, наличие позитивного контента и знания простых пользователей о нормах поведения – это главный критерий безопасного интернета. Мы все чаще и чаще сталкиваемся с новостями про возникновение опасных ситуаций, когда происходят утечки данных, когда взламывают определенные сервисы, где люди проводят очень много времени посредством использования интернета. Соответственно, этот день еще раз напоминает о том, что грамотное и правильное пользование интернетом не навредит никакому пользователю, а наоборот, лишний раз предостерегает его об возможных опасностях. В преддверии Дня безопасного интернета Microsoft опубликовала данные 6-го ежегодного исследования. Так, индекс цифровой культуры в мире приблизился к своему лучшему результату за все время. Усовершенствовал показатель на 2% по сравнению с прошлым годом. Требования со стороны общества и пользователей касательно безопасности являются максимально актуальным вопросом. В целом, для этого и предназначен этот день, чтобы показать людям, насколько важно позитивное и безопасное пользование интернета, что дает нам интернет, какие возможности есть. Это не только получение каких-либо знаний, но в целом это использование практически на сегодняшний день всех социально значимых услуг, это приобретение необходимых нам товаров и услуг. Международный день безопасного интернета учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный интернет». Его цель – популяризация более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В настоящее время праздник отмечают в 80% стран мира. С 2005 года главным координатором дня является некоммерческая организация InSafe, которая состоит из национальных центров, созданных при участии Еврокомиссии. В нее входят все страны Европейского Союза, а также Исландия и Норвегия. Национальные центры реализуют образовательные программы по вопросам интернет-безопасности, работают с молодежью. Главная задача, стоящая перед ними – совершенствование интернет-сети, без которой сегодня сложно представить нашу каждодневную жизнь. Эсмиралиева, СБС.